попрошайка, у тебя своя еда. Ну что, опять? Ты еще не видел, как он орал на кого-то в машине? Сейчас. Здравствуйте. Я хочу вам сообщить о факте семейно-бытового насилия. Да-да, регулярно избивает. И детей, по-моему, тоже. Вот. Слышите? Я спасу тебя! Убивают! А я говорю, продолжаем! Зато тебе удалось отвлечься от проблем на работе. Да! Здравствуйте. По вашему адресу поступил сигнал о факте семейно-бытового насилия. Простите, пожалуйста. Несколько последних лет нам навязывают принятие, быть может, самого подлого для наших граждан законопроекта – закона о семейно-бытовом насилии. Манипулируя сочувствием и отзывчивостью нашего общества, авторы законопроекта лгут и подтасовывают данные, пропихивая закон, который в действительности не только не защитит от реального насилия, но даже не ставит такой задачи. Его истинная цель – разрушение института семьи и конституционных прав граждан. А его видимые бенефициары – многочисленные НКО, а также индивидуальные предприниматели, которые за счет средств государственного бюджета будут допущены до работы с семьями и до решения их судеб. При принятии закона в семью сможет войти и диктовать там свои правила кто угодно, от сектантов и психопатов до убийц, насильников и педофилов. Ведь законопроект не содержит никаких требований ни к физическому, ни к психическому здоровью представителей этих НКО. А фактом семейно-бытового насилия можно будет считать любое обвинение, личное мнение или даже просьба помочь по дому. Реальных доказательств насилия закон не требует. Защита от ложного обвинения законом не предусмотрена, и даже рассказать о нарушении своих прав ложно обвиняемый никому не сможет. Нормы законопроекта могут быть применены любым человеком против любого человека. И самое страшное, закон создает базу для бесконтрольного разлучения родителей с детьми. По своему усмотрению, органы опеки и попечительства смогут отстранить родителей от исполнения функций законных представителей ребенка и назначить на это место совершенно постороннее лицо. А при неподчинении родителей их можно будет обязать покинуть собственное жилище, а также пройти принудительную психологическую программу в НКО, которую они будут обязаны еще и оплатить. Что же касается реальных преступников и их жертв, то их в практическом плане закон обходит стороной. Знаете, сегодняшний закон о семейно-бытовом насилии – это не более чем основа для аморального бизнеса и условия для системного, массового взяточничества.